Всем привет! В начале этого видео хочу вам кое-что показать. Вы знали, что в Brawl Stars есть ультра-настройки графики? Сейчас я покажу, как они выглядят. Ладно, это шутка. Ставьте лайки, если поняли. Очень многие хотели, чтобы я снял какой-то сериал наподобие Бродяги. Но я не хочу делать никакие длинные сериалы, если только по несколько серий. Так вот, сегодня я решил что-то подобное сделать. Кто-то может воспринимать это как продолжение сериала Бродяга, но официально это не продолжение, это просто другая история. Возможно, вы что-то слышали про 9 кругов ада. Каждый круг представляет из себя какое-то испытание на силу, выносливость и так далее. Так вот, сегодняшнее видео будет именно об этом. Что это за место? Куда я попал? Это не может быть моим домом. Еще как может. Это место будет для тебя домом на всю оставшуюся жизнь. Стойте, но я не сделал ничего плохого. Как мне отсюда выбраться? Ладно, я дам тебе шанс. Тебе нужно пройти через 9 кругов ада, чтобы выбраться отсюда. Что? Где я оказался? Какие еще 9 кругов ада? Что это такое? Так, на центре лежат какие-то светящиеся банки. Но я даже не знаю, стоит ли их брать. Вдруг здесь кто-то есть, вдруг их кто-то сторожит. И вообще, я сейчас попал в какой-то чужой мир, и мне кажется, что банки это тоже чужие. Нет, просто так ничего не бывает. Бесплатными бывают только леги у Дохняша. Нет, я не буду их брать. Наверное, просто здесь постою и подожду. Интересно, если я пройду... О! Там кто-то вышел из кустов и собрал все банки. Я так и знал, что они чужие. Ничего себе, он пропускает меня. Я могу идти дальше. Фух, неужели я прошел через первый круг? Что мне делать дальше? Ну ладно, тут стоят какие-то ящики. Я, пожалуй, их уничтожу. Так, там на центре стоит какой-то мертвый монстр. Вот это да. Он выглядит очень жутко. Так, а он вообще опасный? О, он в меня стал стрелять. Вот это да, сколько же он мне сносит. Мне нужно сейчас попробовать набить ульту на нем. Так, немного постреляю, отойду. Вот это да, он меня почти убил. Я не понимаю, как мне вообще с ним справиться, он супер жесткий. Так, ну ладно. Сейчас попробую его как-то подкараулить. Я почти набил ульту. Так, надо на развороте на него напасть сейчас. Так. Шутка, какой еще конец сериала? Бродяга как Лаги в Brawl Stars, он будет жить вечно. Ну что ж, теперь я знаю, что меня ждет, значит на центре стоит какой-то монстр, которого мне нужно убить. Так, опять заберу эту банку. Хорошо. А может быть он меня не будет бить, если я зайду к нему с другой стороны? Надо попробовать. Он вообще сейчас спиной стоит? О нет, кажется он проснулся, нет. Так. Я не знаю, что мне делать, мне нужно как-то попытаться накопить нульту. И после этого подойти к нему вплотную и тогда уже его убить. Потому что издалека, но я его не перестреляю. Он с одного удара, но выносит мне половину здоровья. Так, надо отходить. Нужно очень аккуратно играть и понемногу попадать. К сожалению, я сейчас немного подставился, так, ухожу. Главное, чтобы он не набил ульту, потому что это все, конец для меня. Так. У меня есть аптечка, хорошо. И все, я набил льду. Сейчас главное ее грамотно использовать как-то. Так, пока что постою здесь. А сейчас он ко мне поближе подойдет. О, нет, он набил льду. Нет, мне нужно как-то убегать. Я даже не знаю, что делать. Нужно просто пытаться уйти за стенку. Хорошо. Так, и сейчас можно к нему подойти. Он очень близко. Отлично, неужели я его победил? Кажется, я прошел дальше, на третий круг. И ничего себе, мне дали новый костюм, вот это да. А интересно, что здесь будет? Так, а что это такое? Почему у меня появился какой-то красный значок? У меня лагает. Я еле хожу. Да что такое? Все нормально. Фух, нет никаких лагов. Ладно, надеюсь, что у меня не будет больше такого. Нет! Да почему? Почему у меня какие-то красные значки крутятся? Перед экраном я вообще не могу нормально двигаться. Фух, они исчезли. Что это? Проверка на стрессоустойчивость? Я вообще не понимаю. Ну ладно, самое главное это сохранять спокойствие, ничего страшного. Как я понял, мне нужно постараться здесь выиграть. Здесь все играют на динамайках, и мне нужно всех убить. Так, главное, чтоб не лагало. Сейчас... О, нет!
Это еще хуже. Я вообще ничего не понимаю и не вижу. Куда я стреляю? Фух, неужели эти значки пропали? Кажется, этот динамайк меня сейчас убьет. У него намного больше банок. Так, эх, я умираю. К сожалению, я, наверное, не прошел это испытание. Ничего себе! И мне дали новый костюм, и я переместился дальше. Неужели я прошел тот круг? Так, а что это такое за таймер? Почему тут появился таймер? Что мне нужно делать? Я пока что ничего не понимаю, но буду ждать, пока кончится это время. Так, я вижу, там кидают какие-то динамиты. А может быть, мне нужно просто продержаться? Так, надо отсюда уходить. О, сколько же тут динамайков! Они все пытаются убить меня! Осталось 10 секунд, мне нужно как-то выживать, я понял. То есть мне нужно просто выжить. Так, надо уворачиваться влево. Их слишком много, нет. Кажется, меня сейчас убьют. Вау, я переместился куда-то в новое место. Вот это да. И что тут такое? Тут какие-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кустов на центре. И я не понимаю, мне что, нужно выбрать какой-то один куст? Что это вообще за испытание такое? Ну не знаю, пойду, пожалуй, сюда. Так, тут сидит какой-то Фрэнк. О, он меня начал бить, что? А почему? А, тут в каждом кусте кто-то сидит. Все, теперь я понял. Значит, мне нужно зайти в какой-то куст, где сидит враг, которого я смогу убить. Так, куда бы мне пойти? Мне кажется, или кустов как-то стало больше? Так, в прошлый раз я заходил в левый верхний. А может быть, мне опять туда пойти? Вдруг там сидит уже не Фрэнк, а кто-то другой? Ну не будет же он там два раза прятаться. О, тут сидит какой-то слабый персонаж, хорошо. Я его сейчас убью, да. Я его убил, ура. Я могу идти дальше. Ну а если вам понравилась первая часть и вы хотите увидеть вторую, то поставьте лайк. Напишите об этом в комментариях, потому что я хочу снять вторую часть. Я ведь еще не закончил, прошел только... Получается 5 кругов. Кстати, еще в конце видео хочу показать вам несколько моментов со съемок. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. Хорошо, все вместе? А почему Айрон выжил, лол? Он же должен был со всеми умереть. Так, ультуй в него еще раз тогда. Давай, убивай его. А почему он выжил? Черт, ну теперь будет меньше банок. Ладно, все норм. Еще вот эти 3 уничтожь. Если что, я в правом верхнем углу заспаунился, да, там сижу. Не-не-не, я не перебегал никуда больше. Ну ладно, шучу. На самом деле я уже убежал там вправо-вниз, да. Вот там вот меня ищите, я там.